Гражданин Российской Федерации по совместительству одесский городской голова Геннадий Труханов, выступая перед так называемым активом Малиновского района, объяснил присутствующим, почему мэрия вынуждена была взяться за ремонт Потемкинской лестницы. Оказывается, гражданину Российской Федерации, занимающему пост одесского городского головы Геннадию Труханову, последние 12 лет кто-то все время пишет письма и требует отремонтировать Потемкинскую лестницу. Об этом сам Геннадий Леонидович заявил, выступая перед так называемым активом Малиновского района в помещении одноименной администрации. 12 лет нам пишут письма в городскую власть: отремонтируйте Потемкинскую лестницу, сделайте Потемкинскую лестницу. 1933 года она не ремонтирована. Мы взяли на себя такую ответственность. Неремонтируемая с 1933 года лестница взывала Геннадию Леонидовичу, требуя немедленного вмешательства, и тот пошел навстречу многочисленным просьбам, видимо, тех, кто писал ему 12 лет. Однако далеко не всех, особенно те, кто не пишет Геннадию Леонидовичу, устраивает результат ремонта. Как уже неоднократно было замечено и активистами, и одесскими СМИ, отремонтированная часть лестницы пошла волнами. Положенные в кривь и в кость ступени чего-то абсолютно не захотели лежать и разъехались в разные стороны, как говорится, от греха подальше такого ремонта. Но и в этом наш Геннадий Леонидович винит не косорукость собственных подрядчиков, а тех, кто это безобразие имеет нахальство замечать. Их коробит, понимаете? Коробит сегодня. Что никто не делал, а мы взялись и сделаем. Она будет красивой, мы будем гордиться ей. Хочется заметить Геннадию Леонидовичу, что коробит одесситов не от того, что никто не делал, а как вы это делаете. И еще больше от того, что она, Потемкинская лестница, будет красивой. Не хочется вас расстраивать, но красивая она уже была. И пугает, что была в прошедшем времени. И это совсем не повод для гордости. Стоит ли и говорить, что не менее настораживает и то, что, оказывается, главными вредителями лестницы стали деревья, которые, знаете ли, взяли и проросли. Но когда мы вскрыли Потемкинскую лестницу, те, кто не верит, пойдите посмотрите, пока мы еще не все не отремонтировали, там, особенно по бокам. Деревья внутри Потемкинской лестницы. Деревья проросли сквозь Потемкинскую лестницу. Интересно, они сверху проросли или снизу? Дорубить их надо, деревья эти, Геннадий Леонидович, на корню, чтобы не мешали Потемкинской вместе с окружающим ее стамбульским еще не парком и греческим уже не парком преображаться в духе нашего городского головы с небывалой силой. Ее надо было ремонтировать еще вчера, как говорят в Одессе. Не брались, мы взялись и сделаем это. Так же, как за многие другие проекты. Ну, раз сам Геннадий Труханов обещает, все, точно пропала Потемкинская лестница. Какой мы ее знали? На ее месте, конечно, что-то будет, как, например, что-то появилось на месте Аркадии. В любом случае, после ремонта Потемкинская будет это что-то.